И даже оружие не забрали. Нужно поговорить о Кастильо, о Либертад. Да и вообще обо всем. Ну, давай, Клара. Нет, не так. Приходи в школу потерянных в Эсперансе. Думаю, ты знаешь, где это. Можно сказать и так. Скажи ему, что я там уже иду. Дани, приходи одна. Без Хуана. Это его не касается. О, какие мутки-то начались, Хуан. А? Нас подставили. Кастильо меня ждал. Он и его чертов генерал пытались меня убить. Хейсу Христо! Рад, что ты жива. Но это важно. Ты раскололась? Я молчала, как рыба. Уж если стал повстанцем, то на всю жизнь. Мою жизнь спас пацан, Диего. Что? Он убил генерала. Да ладно! Пинга! Отлично, класс! У нас тут начинаются четырехмерные шахматы в космосе! В жопу твои шахматы! Мне все маляры повыдирали! То же самое было со мной в Конго! Только я сделал это сам. Жури сами, как кролик! Хуан! Кларе, ничего не говори. Нас спалили. Больше ничего ей знать не нужно. У нее и так дел по горло. А тут еще и тебя чуть не грохнули. Грасиас. Так а кто предатель-то? Не ясно. Так, а где тигр мой? Тигр. Амос. Привет, как дела? Привет, отлично дела, а у тебя как? Нормально. Ну, это хорошо, когда нормально. Сундук, сундук, сундук. А как его забрать? Интересно. Так, далеко идти-то? Тут лучше лететь. Надо тогда сначала вот эту зенитку завалить. И тут где-то вертолет рядом был, я видел. Вот наш класс на дистанцию перевели. Ну так перевели. А раньше что, не переводили? По-моему, уже года два как переводили. Ох, блядь.
где вы работаете? Где я работаю? В IT-сфере я работаю. Где еще можно работать в наше время? Я в Глазове. А я в Санкт-Петербурге. Так, я что-то не могу найти... Где этот сундук? А, вон он. Мой старший брат тоже в Санкт-Петербурге. Ну, хорошо. Учится, наверное. Да, 4 курс. О, я, Дани. Так. Тут где-то должна быть вертолетная площадка. Стрелять просто. Найти хороший инструмент и сложно.
маловато онлайна. Неопознанный пилот. Немедленно прийти. Дави друзей! Первые и последние предупреждения. Пусть тоже смотрят. Блин! Школа для пропащих эсперанцы. Вернулись к истокам, а? Ах, столько плохих воспоминаний. Это двери или что это? Наверное, это не двери. А где вход? Дани, Клара наверху. Грасиас. Первый раз геймплей 6 Far Cry вижу, хоть хотел сразу после выхода в нее поиграть. Что ты делаешь? Выглядит вроде неплохо. Это папин. Я одолжила. Да, неплохо. Даже сюжет интересный. Хватит тайных встреч. Но как сам геймплей, хватит не надоедает. Хватит пропавших ну, друзей. Тут геймплея хватит на всю оставшуюся жизнь, если не по сюжету играть, а просто ковыряться. Нет. Ну а так, конечно, хотелось бы уже закончить. А затем я отправлю Кастильо на тот свет. Ты со мной? Думаешь, не справлюсь? Я видела это, Талия, я мечтала об этом. Мама говорила. Оставь мечты богатым белым яранцам. Понимаю. Мы не мечтаем. Мы выживаем. Клара, убив Кастильо, ты не освободишь Яру. Она должна сама захотеть свободы. Для каждого. Клара. Клара. Может, объяснишь, зачем ты притащила меня в мой приют? Антон проигрывает. Скоро мы пойдем на Капитолий. И он какая видяха хочет у поговорить. Тебя? Ты шутишь? Нужно твое мнение. 2080 супер. Кастильо всегда на два шага впереди. RTX. Он да. не остановится, пока не получит пулю в лоб. А потом убьем его сына? У тебя ведь был такой шанс. У Хуана была надежная инфа, что в том отеле Кастильо оказалось... Меня 660 GTX. Ты пощадила Диего. Ну, я не думаю, что на этой карте можно в Far Cry играть. Скорее всего, будет очень больно. Дело в том, что ты была права. Чтобы у Яры было будущее, его людям и нашим, нужно жить в мире. Наша цель — это не убийство Кастильо, а свобода в Яре. Для каждого. Да. Да, да. Ты уже приняла решение, так ведь? Яре нужен лидер, Клара, а не мученица. У меня новинки не тянет. Вива Либерта. Не тянет. А новую карту сейчас уже, я даже не знаю, кем надо быть, чтобы новую карту покупать. Очень богатым, наверное, человеком. Пистолет. Но зато хоть каст-сцены выглядят норм. Да. Как минимум мне нормас. Эй!